действовать, будут ходить рабочие благоустройства с мешками и говорить разом, собирать мусор и, скажем так, сгружать его в тот автомобиль, который будет стоять в определенном месте и принимать его мусор. Нет, давайте так, не будем изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Есть такое понятие мусорный контейнер, да? Есть понятие урны. Вот задача такая, чтобы когда урны полны, то там создайте рабочий урны. А так, чтобы сами воспитывали человека, чтобы он шел и тут же все бросал под ноги, а света подбегали, пособирали, не надо. Просто не надо. Они пускай собирают, но это вопрос воспитания, вопрос культуры, тем более не собираются тут просто вещи кидать. Я вот приводил пример, у меня была возможность сравнить на Масленицу. И город Новосибирск, и город Брест. Нормальные, культурные люди, не пьяные, организованные, воспитанные. Самим их провоцировать надо провоцировать их, чтобы они бросали мусор в потоке, не надо. Значит, продумайте, поручение вам дал, это сами обрабатывайте, в течение двух дней вопрос должен быть решен. Так, пожалуйста.